господский дом в стиле барокко, проложены аллеи, построены северный и южный флигель. Увы, в 20 веке главный дом усадьбы был полностью разрушен, сделав его призраком времени. Больно. Усадьбы я довольна.
и колоннады ровный строй, и царские ворота. Теперь прославится в веках русская культура, войдет в историю и дома сия архитектура. Праздник через новые сайты. Ну, всем веселиться!